Привет из Японии, с вами Наташа. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы находимся в городе Кобе. С тех пор, как у нас появился новый мэр в городе, это уже, конечно, было несколько лет назад, у нас развивается много разных проектов, появляются новые парки, новые зоны для отдыха. Сейчас ремонтируют, практически уже отремонтировали портовую башню Кобе. И также недалеко от порта сейчас строятся разные объекты, в том числе построили вот этот аквариум, который называется Art Aquarium Atoa. Что это за место, я вам сейчас расскажу и покажу. Аквариум Atoa – это уникальный аквариум в Кобе, который сочетает в себе концепцию цифрового искусства и аквариума. Здесь очень много интерактивных экспонатов, современный дизайн, есть образовательные программы. Очень интересное сочетание художественных элементов и экспонатов морской жизни. Сейчас мы находимся на втором этаже. Здесь, собственно, морские обитатели, аквариумы с морскими рыбами. Очень интересная подсветка. Вот видите, я даже не использовала никакие фильтры. Очень интересные цвета получаются, красивые. На следующем этаже больше земноводных. Там лягушки, черепахи, змеи. Тоже туда сходили, посмотрели. Сейчас, после того, как мы обойдем здесь, мы пойдем на следующий этаж. Вот на следующем этаже уже видно, что это сделано под живую природу. Здесь аквариумы некоторые открытые, можно посмотреть не через стекло, а сверху. Очень интересно. В принципе, я не любитель всяких земноводных, но здесь сделано так, что очень интересно смотреть. И, наконец-то, последний этаж. Здесь уже не столько природы, сколько музей интерактивного искусства. Вот такие, посмотрите, аквариумы со стеклянным потолком. Такое ощущение, что ходишь по воде. Здесь уже сделано все более в японском стиле, чтобы вы прочувствовали, что находитесь в Японии. Вот такие музеи, не аквариум, а музеи интерактивного искусства, сейчас очень хорошие есть в Токио. Я дам ссылку, мы тоже там были, дам ссылку на видео. Если вы соберетесь в Японию, то очень советую посмотреть. Там просто шикарно. Но здесь такая уменьшенная копия, именно японский вариант. Но тоже заслуживает внимания. А также я сегодня не снимала, на первом этаже есть кафе, есть магазин с сувенирами. Мы сегодня туда не пошли, потому что было очень много народу, и там просто негде было сесть даже.
Ну, вообще имейте в виду, что можно здесь и покушать. Я советую приехать сюда на целый день. В принципе, на этот аквариум у вас уйдет час-полтора. Но вообще в этом районе очень красивая набережная, башня Порта Кобе, Мэрикен Парк, по которому можно погулять, прокатиться на прогулочном кораблике, посетить кафе, магазины, рестораны. Очень большая зона для туристов. Так что, я думаю, можно сюда приезжать на целый день. Ссылки под другие видео из этого района я тоже дам под этим видео. Так что смотрите, берите на заметку и приезжайте к нам в гости. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Наташа. Пока-пока!